Объединенный единый клиентский центр ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром Газораспределение Самара» открылся по адресу Ташкентская, 196А. Он переехал сюда с проспекта Кирова и стал шестым обновленным клиентским центром в городе. Здесь можно оплатить услуги, разобраться со счетами, подать заявку на догазификацию и даже купить газовое оборудование. На первом этаже нового центра будет проводиться прием граждан. На втором и третьем расположился офис для сотрудников. В торжественной обстановке центр открыли Михаил Смирнов, генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром Газораспределение Самара», глава города Елена Лапушкина и Игорь Рудаков, глава Кировского внутригородского района. У нас в областном центре не осталось уже клиентских центров, которые бы не соответствовали вот этим высоким стандартам, о которых я говорю. И вот сегодняшний клиентский центр, он самый большой, самый комфортный. На мой взгляд, здесь потребителям газа Самарской области будет удобнее всего. Ну, совсем другое дело, конечно. Очень приятно. Современная архитектура внутри, дизайн, очень хорошо все сделано. Там на втором этаже нужно было по лестнице подняться и стоять в большой очереди. Обновление и оптимизация клиентских центров носит системный характер. Это уже 11-й клиентский центр, который изменил локацию и оснащение за последние 2 года. Сейчас в Самаре работают 6 обновленных центров. Всего же по области их около 40. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События.